Традиционно в марте-апреле проходят конкурсы исполнительного искусства среди детских музыкальных школ. Принимают участие в конкурсах ребята из детской музыкальной школы Амурского района и, конечно же, занимают призовые места. А ведь это говорит о высоком уровне музыкального образования в районе. Прошли вначале нас в Амурском муниципальном районе конкурс пианистов, конкурс народников, вокально-хоровой музыки. Параллельно с этим в крае состоялся конкурс гитаристов, где мы принимали участие и где мы привезли диплом второй степени. Состоялся конкурс региональный пианистов в городе Владивостоке, где мы стали победителями. У нас одно второе, два третьих. И телеми мы вошли в группу лидеров. Там есть два третьих места, включая и преподавателя второе место, дипломант и приглашение на заключительный этап двоих наших участников в город Зальцбург. А 10 апреля в детской музыкальной школе состоялась небольшая творческая встреча, на которой коллектив школы поздравил всех участников конкурсов с одержанными победами и пожелал им дальнейших успехов в творчестве.